Всем привет, иду переодеваться. Ну и тут встретил старого знакомого Виталия. Меня уже засыпали сообщениями, просьбой показывать Виталия в том числе, так как его друг уехал. Вот он, пожалуйста, Виталий кайфует, как действительно, как Шерхан на скале. Прям действительно, как из мультика, да, похоже. Видимо, купался, накупался, устал, теперь греется на солнышке. О, показывает, как он отдыхает, как он кайфует. Действительно, камешки горячие, очень-очень. В общем, все у него хорошо, ребят. Лежит, кайфует. Да? Ну все, отдыхай, не буду тебе мешать, тревожить. Ну и всем отвечаю, что я буду его показывать периодически. Ну, я встретил, показал. Что-то. Не встретил, не показал. Целенаправленно за ним я как бы не охотился. Но все желающие, все, кто хочет его встретить, поиграть, покидать камешки, может быть, там кто-то покормить даже хочет, есть такие люди. Пожалуйста, он сейчас базируется в районе пляжа Багратион, вот тут вот. В районе вот этой вот насыпи, так сказать. Она вот купается и в реке, и в море одновременно классные волны, но я не взял вот этот поплавок для камеры. В общем, все у него нормально. Всем пока. Пошел переодеваться. У меня еще контрольный заплыв.